Всем привет! И сегодня я расскажу о своей 12-й неделе беременности. Именно сегодня у меня 12 недель и 2 дня. Вообще, 12 недель это считается первый триместр, но она считается такой безопасной, что уже все риски, беспокойства первого триместра уже позади. Мы готовимся уже ко второму, к вступлению во второй триместр беременности. На 11-й неделе я была на УЗИ, мне показали нашего малыша. Пол еще не сказали, но там уже есть ручки, ножки, голова, носик, то есть прям вот маленький человек там кувыркается, ручками, ножками дрыгает, в общем, конечно, непередаваемое ощущение, когда это все видишь первый раз. И сейчас ребенок по размеру 60-80 миллиметров, то есть 6-8 сантиметров, я не буду показывать как, потому что у меня с глазомером плохо, и весит он примерно 14 грамм. Почему я говорю он? Потому что ребенок. Пол, я еще раз говорю, что мы не знаем. Мой вес сейчас, вчера я с утра взвешивалась, был 55,8. В принципе, я укладываюсь в норму, я набрала 800 грамм, и норма за первый триместр набрать от килограмма до 3, в зависимости от того, сколько вы весили до беременности и какое у вас телосложение. В общем, в норму я укладываюсь, аппетит у меня большой, мне хочется есть постоянно, но я очень быстро наедаюсь, то есть я ем действительно практически всегда, но я ем маленькими порциями, да, там я съем либо бутерброд, либо банан, либо еще что-то, и вот это вот через очень короткое количество времени. Также мне хочется много пить, как и раньше. Из вкусовых пристрастий мне хочется сладкого, мне хочется фруктов. Фруктов мне хочется сладких, не кислых. И я начала есть мясо. Я 2 года не ела мясо, птицу. И ела только рыбу и морепродукты из белка. Сейчас я не хочу рыбу, я не хочу морепродукты. Я ем белое мясо птицы, но в основном я ем индейку. Но в ресторанах могу поесть и мясо, и рыбу, и морепродукты. Но готовить это нет желания вообще. Из приятного грудь у меня стало больше. Свои лифчики нормального моего размера я уже не влезаю. Ну как, я влезаю, но мне уже тесновато, уже вываливается оттуда грудь. Она также чувствительно болит, болит как растет. Если вы помните, когда начинала расти грудь, это вот каждое прикосновение неприятное. Ну вот примерно то же самое происходит. Я достаточно быстро устаю, когда что-то делаю. Я много сплю, часов под от 10 до 12 мне надо, чтобы выспаться. Также у меня появилась одышка. Я не знаю, услышали вы или нет, но даже когда я говорю, мне не хватает воздуха. Когда я поднимаюсь по ступенькам или куда-то быстро иду, я начинаю, вот у меня начинается одышка, мне начинает не хватать воздуха. Но мы с врачом поговорили по этому поводу, он говорит, что в принципе для беременных это нормально. Но решили поменять мне некоторые таблетки, которые я пью, там, снизить и где повысить дозу. Ну, в общем, будем смотреть, что и как. Из не очень приятного то, что у меня очень часто появляется сдутие живота. Ни от чего. Раньше у меня такого не было. Также у меня стала сухая кожа, сухие волосы. Раньше я пользовалась для тела кокосовым маслом, сейчас его стало не хватать. Я перешла на боди-баттеры, более такие мощные средства. Но зато ногти, которые у меня были всегда плохие, стали у меня хорошие, крепкие, не слоятся и достаточно быстро растут, что их даже обрезаю. Насчет кожи лица, она у меня стала сухой вместо комбинированной. Достаточно тяжело перестроиться, хочу сказать. Высыпаний стало меньше, но они какие-то появляются периодически, но их в любом случае становится меньше. Насчет ухода за телом. Я купила себе 2 средства от растяжек. Первое это масло для профилактики растяжек от Веледа. Стоит в районе 1000 рублей, покупала ее в аптеке. Здесь разные базовые масла, вытяжка из арники и какая-то смесь эфирных масел. Вот выглядит вот так баночка. Купила я ее неделю назад и уже вот столько использовала. Не очень экономичный в расходе. Пользуюсь я им перед сном или с утра, если никуда не собираюсь. Но для масла оно достаточно быстро впитывается, у него приятный какой-то цитрусовый запах, желтоватого такого цвета масла. Наношу его на грудь, на живот и на бедра. На бедра, конечно, я его разбавляю кокосовым маслом, потому что совсем не экономично получается, бедра у меня
Хорошие. Чтобы их всех промазать, нужно очень-очень много масла. Ну, в принципе, я думаю, в месяца полтора, может быть и два, я эту баночку использую. Следующий крем я купила от фирмы Санасан, и вот стоил он 345 рублей тоже в аптеке. Крем от растяжек в период беременности, сделан в Германии. Крем не содержит парафинового масла и красителей. Конечно, состав у него не натуральный. Но он содержит в себе масло жожоба и вытяжка из семян гибискуса. Так выглядит баночка. Обычный крем, очень плотной текстуры. Ну, даже покажу. Ну, то есть вот похож на детский крем, который был зайчиком. Вот такой вот. То есть, ну, достаточно плотная текстура. Он очень быстро впитывается. У этого крема легкий запах, я бы сказала, тоже какого-то детского мыла. Абсолютно ненавязчиво, быстро выветривается. Я им пользуюсь с утра или когда мне надо быстро после крема одеться и куда-то бежать. Я надеюсь, что эти средства мне помогут от растяжек. Кто-то говорит, что ничего не поможет. Если наследственность, значит наследственность. Кто-то говорит, что надо мазаться там всем подряд. Но я вот для себя решила мазаться два раза в день. В приоритете у меня, конечно, натуральное масло Веледа. Если у меня нет времени, то я мажусь Санасан. Ну и давайте я вам покажу мой живот на 12-й неделе. Вот с одной стороны. Вот спереди. И вот с другой стороны. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. И спасибо большое, что вы со мной. Всем до встречи. Пока-пока.